Мой прадедушка Насифуллин Галим Насифулович. Он ушел на фронт сразу же на следующий день после того, как объявили о начале войны. Дом у него осталась молодая беременная жена. Был стрелком, служил в 314-м полку. На войне был контужен, попал в плен, выжил. Вернулся домой в мае 46-го года. Тогда он впервые увидел своего сына, моего дедушку. На тот момент ему было уже 5 лет. Я хочу сказать всем ветеранам спасибо за победу. Всем здоровья и отличного настроения. Всех с праздником!